Для корзинок. Корзинки у нас вот такие вот. Мы делаем вот такое донце из 16 ДСП. Торец закрываем пластиком под 45 градусов вот так. И кладем донце прямо в корзинку. Вот так вот у нас две корзинки. Берем вот такие направляющие, шариковые. И крепим направляющие прямо к нашему донцу. Вот так вот на 19 саморезы. Вот так вот мы раскрепили. И вторую точно так. И крепим направляющие прямо через корзинку к нашему донцу из ДСП. Вот так вот на 19 саморезы. Раскрепили. И у нас получилась вот такая конструкция. Сейчас мы ее установим. И она у нас, установим ее на полочку, закрепим, и она у нас будет выкатываться вот так. Вот такая корзинка. Вторую корзинку тоже раскрепили. Направляющие шариками закрепили прямо к донцу. Вот она у нас вот так будет выкатываться и закрываться. Вот так вот. Вот у нас две корзинки. На направляющие мы приклеили двусторонний скотч. Вот так вот. Скотч двусторонний. Мы его при монтаже, он нам понадобится, чтобы закрепить направляющие на полочке. На все направляющие наклеили скотч двусторонний. Сюда. И сюда. Когда мы ее поставим на полочку, она у нас зафиксируется, а потом мы ее закрепим на саморезы. Корзинки мы устанавливаем вот в этот шкаф-купе. Здесь полочки у нас готовы. Вот мы их приготовили. Они сейчас пока не закреплены у нас. Вот так. Мы их просто примерили. Сейчас мы их достаем. Все, всем понравилось. Мы двусторонний скотч. Все, у меня скотч. Давайте. Что ты? Вот так вот сверху, да? Надо было это. Погодите, надо. Давай, же... сейчас еще вторая будет. Снова нажать. Вот, красный, видишь? Эта съемка пошла. Раз. Сняли скотч двусторонний. И на свое место ее как бы приставили. Вот она встала на месте. Встала на месте. Теперь мы корзинку мы снимаем. Сняли корзинку и берем 4 16 самореза и закрепляем ее. Надо было этот самый взять коротенький, вот этот, давай я тебе дам, тогда ты вертикально. Давай, вот ставишь. Чик. Здесь и здесь чик, вот отсюда можно снимать прямо. Спасибо. Берем маленькую насадочку, вот такую вот,
и раскрепляем. О, чтобы этот саморез прошел через направляющую. Он на свое место попал. Все. Раскрепили. А, на самом деле. Берем корзинку и вставляем. Отвертка есть прямая? Вот в ящичке соль. Вот просто чуть-чуть. Что, серьезно? Ой, да что же такая? Ну, а что? Нормально. Отвертка называется. Это не, это игрушечная. Так, одну мы сделали, берем вторую, снимаем скотч двусторонний. Ближе еще. Вот так. Угу. Хорошо, да? Угу. Чик, прилепили. Прилепили на двусторонний скотч. Все, она у нас уже как бы держится. Пока. Время у нас. Сейчас мы снимаем корзинку заправляющую. И закрепляем ее на самолезе. 2, 3, 4. Опять же снимаем и вот в эти готовы. Вот зажимать ее не надо. Нам нужно, чтобы она прошла. Эти саморезы спрятали, мы берем черные саморезы, они поменьше шляпка, чтобы прошла через направляющую. Вот, эти хорошие саморезы. И раскрепляем. Ну где оно все? Все, чик. Устанавливаю на место. Попадаем в направляющую. Корзинки мы установили. Вот такая у них конструкция. Здесь у нас полик из ДСП, а здесь шариковые направляющие. Вот так вот они открываются. И вот так закрываются. И вторая тоже. Вот на таких направляющих. Прямо к полочке мы закрепили, а внизу направляющих прикрепили вот к этому полику. ДСП. Все готово. Вот две корзинки установлены.